пришло то счастливое время, когда вы можете порисовать со мной. Меня зовут Ваня, вы на канале Рыбакит, на Инстаграм его части. И я сегодня рисую, вероятно, ядовитую жидкость, может быть, лизуна, может быть, просто яркую бутылочку. Я ее так и назову. Яркая бутылочка. Вот так она выглядит. Вот так, смотри. Вот так она раз идет. Сюда два идет, сюда три идет, и вот так поднимается. А теперь я заполню всю бутылочку яркой жидкостью. Конечно, сначала нужно рисовать небольшую этикеточку. Этикеточка с бантиком. Пибим-пибим. Здесь у меня, конечно же, сердечко. А здесь такая бутылочка, это ее открытая, и крышечку. Крышечка очень толстая, простая, большая. Еще раз обведем, она стеклянная. А вот теперь рисуем и раскрашиваем. Раскрашиваем или масляной пастелью, или мелками, чем захотите. Можно и красками тоже раскрашивать, буду, думаю, здорово. Раскрасим. Сначала взял розовый я. Дальше я возьму красный. И у меня не все будет совсем так, чтобы как в радуге. Будет красный. Можно подумать о желтом. Я думаю, желтый хорошо подойдет. Оранжевый, вероятно, у меня не влезет. Но все равно он мне нравится. Зеленый. Мне нравится, и я зеленый возьму. Зеленый и синий я возьму, не забудь взять синий или голубой, хотя бы какой-то из них. А я возьму два зеленых. Я возьму и зеленый светлый, и зеленый темный. Так получается здорово. А теперь я пальцем вот так размажу. Вот так вот. Ху-ху-ху, палец немножко запачкался, но это легко смыть. Теперь голубой. Голубого побольше. Здесь у меня будут глазки. Голубого побольше. А фиолетовый на самом дне. Фиолетовый, мне кажется, такой ядовитый цвет, что если вы видите фиолетовое растение какое-то, то лучше его не есть. Хотя фиолетовые груши... Нет, не груши, а сливы очень хороши. Так, нарисовали. Еще немножко фиолетового. И будет наша яркая бутылочка... Радужная закончена. Вот так я фиолетово размазываю. Опа. Оранжевым я нарисую. Точно, крышка будет оранжевая. Раскрашиваем оранжевым крышку. А красным раскрашиваем сердечко. И все, готово. Почти что готово. Теперь мне осталось взять черный и нарисовать самые главные вещи. Это глаз. Глаз. Еще один глаз. Зрачки. Я рисую няшная бутылочка. Она улыбается, она довольна, и, в общем, все хорошо у нас происходит. Возьмем немножко белого и попробуем подбелить. Вот здесь. Немножко белого. Везде можно добавить немножечко бликов. Это красиво. В конце возьмем серенький и нарисуем сереньким тень. А так. И здорово. Сегодня маленький рисунок был. Я рисую маленькие, совсем простые рисунки. Для начала разомнемся, порисуем. Стараюсь здесь первый свой рисунок выбирать самый простой, чтобы нарисовать какую-то простую кулебяку, которая у вас получается. А второй рисунок у вас уже пойдет гораздо быстрее. Это мой такой лайфхак или совет. Простая яркая бутылочка, радужная, нарисована. Я думаю, это что-то вкусное. Может быть, это желе. Яркое, вкусное, сладкое желе. Хотя я сомневаюсь, что я бы кушал такое желе, потому что оно настолько яркое, что мне немножко страшно кушать такое желе, да. Оставайтесь со мной. Через минутку я вернусь и буду рисовать еще. А следующий рисунок будет, я думаю, тоже какой-то веселый. Я нарисую желтого героя из мультиков. Так что будет, что и для любителей мультиков и картунов. Ярко-желтого, будете угадывать, кто это. Останавливаем.